Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Егор, и сегодня я начинаю новую рубрику на своем канале. Это топовые пушки Fallout 3. Но чисто все топовые пушки я показывать не буду, а только самые такие единственные в своем роде, других таких нету. И первое оружие, которое я хотел бы вам показать, называется Мститель. Вот. Очень... В общем, это Гатлинг Лазер, только улучшенный, и называется Мститель. Мститель — это мое самое любимое оружие в игре. И как только я его находил, то сразу его начинал использовать. Мститель находится в убежище Когтей Смерти. Это очень опасный, конечно, поход, но это оружие того стоит. Это оружие, ребят, того стоит. Ну, еще плюс лап Когтей Смерти наберете. Это не помешает, ребята. Не помешает в любом случае. Не помешает. В общем, это оружие топовое очень. В общем, сейчас покажу его статистику. Урон 199 вот в таком вот состоянии. Вот наполовину поломанный. У него урон 199. Вес 18. И стоит он 711 крышек. Но продавать его ни в коем случае не надо. В общем, чинится он обычными гатлинг-лазерами. Потому что это и есть гатлинг-лазер, просто улучшенный. Урон от него, как вы видите, огромный, аж 199, а в хорошем состоянии, я даже не знаю, сколько у него урон. В общем, давайте его протестим. Где бы его протестить? Я даже не знаю. Пойдемте в убежище 87. Убежище 87 там обычно. И да, ребята, если вам понравится ее почаще. И вот. По пушкам Fallout 3 я выпущу либо завтра, либо послезавтра. Вот и наши люди. Если что, я нахожусь в бессмертии. Подключу чит. И просто скорость света, ребят. Вот это скорость, ребят. Вот это я называю скорость. Какой же скоростью уничтожается оно врагов? И это только чисто супермутанты мастера. Вы представляете, с какой скоростью оно будет уничтожать обычных мутантов или даже рейдеров просто чисто? Я думаю, это очень мощное оружие. Не зря оно мое любимое. Мститель в единственном роде, как вы понимаете, и название у него индивидуальное прям. И вот там, смотрите, еще этот, как его, Скорпион Альбинос, вот, вспомнил, как его. Это очень опасный мутант, на самом деле, столичной пустоши. И сколько же она уничтожит его? Очень выносливое, конечно, существо. Но уничтожает оно его очень быстро. В отличие от Гатлинг Лазера, это оружие ломается дольше. И урон, как вы поняли, уже, как я уже сказал, больше. И там только что пролетел самолет, который я не смогу. И, ребята, я планирую еще начать еще одну новую рубрику. Это вырезанное оружие, вернее, не вырезанное оружие, а оружие, недоступное игроку. Оно встречается в игре и единственный раз. Один раз или несколько раз. Но оно недоступно игроку. Вот я только что уничтожил солдат. Очень просто это было, конечно, сделать. Так, ладно. Двоих за раз, оказывается. Офигеть. Вот это я топал. Так, вот плазменная винтовка. Ну, это самое лучшее по мне оружие по сравнению со всеми остальными. Но есть вырезанное оружие, ну не вырезанное, а как бы недоступное игроку оружие, которое, ну, с которым не сравнится ничего. Вообще ничего. Никакое оружие, даже вместе взятое оружие, вот, из всей игры, вот, все это вместе объединить, урона столько не будет, как от этого оружия. И вот опять эти мутанты. А давайте попробуем издалека. Так. Ой. Я его завалил или нет? Этого-то я грохнул, это понятно. А того? По-моему, того тоже нет.
Да, этого тоже. Ну вот, мы побегали, ребята, по окрестностям, узнали, что такое оружие Мститель. В общем, находится это оружие, вот, как я уже сказал, в убежище Когтей Смерти. Когтей Смерти, вспомни, говно, вот и оно. И рядом с таким кровяным озером находится. В общем, очень далеко. Но оно того стоит, как я уже сказал, оно того, ребята, стоит. Вот такое вот топовое оружие, ребята. Всем советую. Мое любимое оружие. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, данная рубрика. А я с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока. До следующего видео.